Компания Chang'an несколько месяцев назад полностью раскрыла новый Ocean X7 Plus, который по размерам и уровню оснащения сопоставим с Volkswagen Tiguan. Теперь стало известно, что производитель приступил к отгрузке товарных образцов кроссовера официальным дилерам. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные с одной из стоянок. Напомним, что Ocean X7 Plus отличается от младших моделей несколькими значительными изменениями. При этом кроссовер позаимствовал у них прежний турбированный двигатель объемом 1,5 литра. Правда, теперь максимальная отдача данного агрегата достигает 188 лошадиных сил, когда как на других моделях он выдавал не более 170 лошадей. Салон также сохранил традиционную для Ocean компоновку. Автомобиль оснащается двумя дисплеями. Один из них, встроенный в центральную консоль, открывает доступ к управлению основными системами, а второй экран выполняет роль приборной панели. Сообщается, что обновленный Ocean X7 Plus оснащается сиденьями с кожаной отделкой, передними креслами с выраженной боковой поддержкой и электроприводом, двухзонной климатической установкой, мультифункциональным рулем и другими опциями. Внешне Ocean X7 Plus в сравнении с другими моделями претерпел более заметные изменения. Так, кроссовер получил увеличенную радиаторную решетку с переработанным рисунком. Головная оптика со светодиодными огнями из-за этого стала уже. Передний бампер теперь дополняется огромными боковыми вентиляционными отверстиями, которые придают автомобилю более агрессивный вид. На корме у китайского кроссовера размещаются сквозные фонари с длинным стоп-сигналом, который снизу как бы подчеркнут металлической вставкой. Задний бампер содержит два выхлопных патрубка, один из которых скорее выполняет декоративные функции.